Через призму прошлого строить будущее республики. В Якутске прошел молодежный форум, посвященный 80-летию первого президента Якутии Михаила Николаева. В форуме приняли участие более 200 представителей молодежи, в их числе старшеклассники, студенты и работающая молодежь со всей республики. По мнению Михаила Николаева, главная миссия молодежи – это сохранение экологии, особенно рек и озер. Кроме этого, нынешняя молодежь должна стремиться получить и создать качественное и конкурентоспособное образование. Не должна забывать и о развитии спорта. Я глубоко убежден, что вы желаете своему народу самых добрых чувств, питаете. И судьбы его вы глубокий свет хотите оставить. Оставьте детей. Это самое главное в вашей миссии. Чтобы у нас в семье каждой не менее 3-4 детей.